загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда... Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите. Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска ляскают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация.